Привет, друзья! Как настроение? Вы давно меня просили поиграть в мою карманную пони. И сегодня у меня появилась вот такая чудесная маленькая поняшка. Зовут ее Масяся. И давайте посмотрим, как проходит мой первый день с этим маленьким сокровищем. Ну что, Масяся, пойдем посмотрим, какой у нас дом красивый. Смотри, это твоя спальня. Это кровать, на которой ты будешь спать. Тут у нас туалет, ванная. Это, я так понимаю, гостиная. И, кстати, где наш холодильник? Холодильника, походу, у нас пока еще нет. Ну что, Масясь, пойдем на улицу? Да, да! Пойдем. Ну как, тебе здесь нравится? Да, очень нравится, очень. Очень-очень-очень. Давай я тебя покатаю на этом колесе. Давай. Ну как, тебе нравится? Да. Пойдем посмотрим, что еще здесь вокруг есть. Нет, не хочу. Совсем не хочу. Мне здесь нравится, нравится. Ну, Масясь, давай. Нет, не хочу. Так, Масяся, давай сползай быстренько. Смотри, какая классная песочница. Хочешь здесь поиграть? Хочу, хочу, хочу. Еще у нас есть бассейн, горка и батут. Потом, это, наверное, ларек с продуктами. Давай, пока ты играешь в песочнице, я куплю тебе немножко покушать. Давай купим яблоко. Это ты вряд ли будешь есть. Да, ну, давай вообще печенюшку купим. Теперь хотя бы у нас есть, чем тебя покормить. О, кстати, магазин мебели. Давайте-ка посмотрим, здесь есть холодильник. Ух ты, какой он дорогой, 680 монет. Да, Масясь. Не скоро мы с тобой купим холодильник, наверное. А ты что такая... Фу, Масяся. На минутку тебя оставить нельзя. Уже кучку навалила. Ладно, пойдем переоденемся. Где ты, наш туалет? Ой, не туда. Прости, новый дом. Я тоже осваиваюсь. Масясь, как тебе не стыдно? Нас же смотрят зрители. Ладно, моемся. Что? Масясь, ты что? Ты что, теперь это будешь делать каждую минуту? Смешная ты моя. Надеюсь, на этот раз все. Пойдем на улицу. Ой, прости. Смотри, хочешь поплавать? Тебе нравится? Ой, ты моя молодец, плаваешь. Смотри, какая водичка теплая. Что? Масяся, нас же зрители смотрят, ты что? Вот не буду я больше тебе памперс менять, будешь знать. Все, сиди в песочнице, я пойду заработаю немножко монет. Нам же все-таки надо купить мебель. Не хочешь пески? Ладно, посиди вот здесь. Ой, не могу я работать, когда Масяся там, сами знаете, с каким памперсом. Ладно, пойдемте помоем ее. Ну и чего ты такая недовольная? Ну посиди немножко, мне же надо монетки заработать. Пить тебе покушать, новую мебель, игрушек. Ой-ой-ой, кажется, Масяся начинает плакать. Я даже до своей шахты не дошла. Ну чего ты разревелась, ну? Детям в шахту нельзя. Давай я тебя покатаю на колесе, тебе же нравилось. Не хочу, не хочу, не хочу. Давай покушаем. Не хочу. Масяся, или ты кушаешь, или мы идем домой. Давай быстренько кушай. Вот проказница, даже яблоко есть не хочет. Кушай, говорю. Кому сказал есть? Ну, куси кусочек. Ну, хотя бы маленький. А если печеньку? О, хоть что-то. Давай еще чуть-чуть. Ты должна покушать, а еще лучше поспать. Не хочу спать. Масяся, или ты кушаешь, или мы идем спать. Ну, наконец-то, с горем пополам печеньку съесть. Ну, чего ты все ревешь и ревешь? Я не знаю, как тебя еще успокоить. На еще яблочко. Что, не хочешь больше? Ладно, пойдем в дом. Перед сном нам нужно сходить в туалет. Ну, не плачь. Ну что, легче стало? Так, в туалет мы сходили и помыться. Ты же не ляжешь грязная спать? Ну все, ну не реви. Все, пойдем спать. Пойдем, пойдем, маленькая моя, пойдем. Пойдем, моя хорошая. Ложись на кроватку. Не садись, ложись. Вот так. Вот умница. Глазки закрывай.
Баю-баю-бай, спи, моя Масяся, глазки закрывай. Кажется, уснула. А пока она спит, пойду-ка я поработаю на шахту. Ой, Масясечка, я тебя разбудила, прости, зайка. Не хочешь больше спать? Пойдем тогда на улицу, покачаемся на колесе. Тебе нравится? Да, классно тут. Привет, ребята, вы на канале Little Toys, и с вами я, Масяся. Я уже немножко подросла и даже научилась говорить. Ну что, поиграем? О, Масясь, ты уже встречаешь моих зрителей. Молодец, молодец. Ну что, давай умоемся и пойдем на прогулку. Во что будем играть? Колесо, песочница, бассейн, горка, батут. Батут, 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 хочу, 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 батут. Ну что, давай прыгать. Я Масяся, веселая попрыгушка. Я Масяся, веселая попрыгушка. Ну я смотрю, тебе весело, а на горке будешь кататься? Ага. Поехали, готова? Ага. Бум. Давай еще раз. Бум. Держись, Масянь, ты умеешь кататься на горке? Давай. Садимся, держимся. Ну что ты ложишься, садись. Ладно, поехали. Бум. Ладно, Масясечка, надо тебя еще научить. Ну что, плавать в бассейне будем? Да, да, да. Лето, жарко. А вы любите бассейны летом? Напишите нам в комментариях. Вот молодец. Давай посмотрим, какое у тебя настроение. В принципе, все отличненько. Давай в песочнице поиграем. Умничка. Слушай, Масясь, давай я тебе ненадолго оставлю, сама пойду в шахту, хорошо? Я на 5 минут. Заработаю нам просто немножко монеток, хорошо? Хорошо. Масясечка наша уже подросла, уже не такая капризная. И, кстати, знаете, что я придумала? Раз эта игра без заданий, давайте мы с вами придумаем на следующий выпуск задания. Вы будете писать мне задания в комментариях, а я буду их выполнять. По-моему, здорово придумала. Ладно, пойдемте посмотрим, как там Масяська. Масяся, я уже иду. Ну, как ты тут? Ну, мне стало немножко скучно, я решила полетать. И еще, кажется, хочу кое-куда, дамскую комнатку. Ладно, пойдем. Это хорошо, что ты попросилась. Ой, Масясь, кажется, я тебя не донесла чуть-чуть. Прости, это, наверное, моя вина. Ну, я же говорила, что я хотела туалет. Теперь мне стыдно перед нашими подписчиками. Как ты могла? Ладно, Масясь, не злись. Это все ты виновата. Давай посмотрим, что у тебя с настроением. Ну, конечно, будешь злиться. У тебя вот настроение падает, ты уже немножко хочешь спать. Идем. Садись вот сюда. Теперь кушаем печеньку. Молодец. Ты что, уже не хочешь печенье? Масяся, ты что? Надо кушать, чтобы настроение поднялось, чтобы ты мне помогла сегодня сделать ремонт в твоей комнате. Я, кстати, покрасила стены, а Масясе не понравилось. Вот умничка. Давай посмотрим, как ты. Утолился ли твой голод? Отлично. Так, садись. Давай я тебе покажу, какие я присмотрела обои. Смотри, может быть рисунок вот такой. Вот такой. Масясь, ты что, спишь? Так. Масясь, ты что, спишь? Нет, нет, не сплю, не сплю. Так, какие обои? Так, смотри. Масясь, не спи. Не сплю, не сплю, не сплю. Какие обои? Ну вот, смотри. Похоже, Масясе это совершенно неинтересно. Потом опять скажет, что обои некрасивые. Ну, Мася... Я сейчас слушаю. Вот смотри. У нас есть такой рисунок. О, клевый. Вот такой. Вот такой. Но нам на него, наверное, уже не хватает. А такой как тебе? Не, как на кухне. Согласна. Так... Ой, не, совсем нет. Такой. Какие-то пятна. Нет. Такой. Нет, мне больше нравился тот, который вначале был. Вот этот? Ага. Отлично. Давай его купим. А цвет какой? Хотя нам, наверное, не хватит денежек. Хотя давай так сделаем. Я сейчас покупаю этот рисунок, схожу на шахту, и мы докупаем цвет, хорошо? Хорошо. А ты ложись спать. Я мигом на шахту, обратно, и мы красим другой цвет, хорошо? Хорошо. Ну вот.
так устала, уснула мгновенно. Только на подушку и все, и сразу спать. Так, давайте заработаем немного монеток. Ну, по-моему, мы неплохо потрудились. 118 монеток. Идем домой. Ты что, уже не спишь? С кровати свалилась? Да. Я не знаю, как я здесь оказалась. Ладно, садись. Давай посмотрим, что с твоим настроением. Ну, ты, конечно, не совсем выспалась. Поэтому настроение у тебя не очень. Масясь, ну какой цвет выберем? Ты что же, на шахту сходила? Ну, конечно, сходила. Как тебе такой? Неплохо. А такой? Нет, темновато. Такой? Нет, не, как болото. Ну, тогда остается вот этот вот. Как тебе вот этот вот цвет? Мне нравится. Берем. Отлично. Может, тогда и пол перекрасим? Сколько он стоит? 40 монеток перекрасить. Будем пол перекрашивать? Ну, не знаю. Масясь, походу, у тебя настроения совсем нет. Ну, наверное, нет. Смотри, какой пол. Или посветлее его сделаем. Как тебе такой? Ну, неплохо. А такой? Может, понасыщеннее немного? Давай вот так сделаем. Ну, ты знаешь, довольно неплохо. Неплохо. Нравится? Да. Берем. Так, а сколько у нас стоит перекрасить потолок? Тоже 40. Нам не хватает 2 монетки. Ладно, с потолком потом определимся. Фу, Масяси, что мне теперь сделать с этой вот какашкой? Так, давай-ка выбросим твою эту каку. И мыться бегом. Бегом мыться. И не надо здесь плакать. Сама виновата. Не виновата, она сама. Могла я попроситься. Ты уже взрослая пони. Все, и не надо плакать здесь. Не надо. Все, Масясь, успокаивайся. Все, теперь пойдем играть. Пойдем играть, не плачь. Все, идем играть. Все, садись на колесо. Так, ну. Лучше? Да. Точно лучше? Ага. Ну что, мы сейчас накаталась, теперь куда пойдем? На горку, на батут. Так, давай посмотрим, что у тебя с настроением с твоим. Кушать хочешь, да? Ну, давайте чем-нибудь покормлю. Пончик хочешь? Не хочу. Ну как это не хочу? Разве можно едой разбрасываться? Стой, на, Масяся, сядь. На, кушай, кушай. Не издевайся надо мной. На, кушай, не смейся. Ну, посмотрите на нее, а? И не хочет есть. А грушу будешь? О, и что, больше не хочешь? Ой-ой-ой, кажется, ночь наступила. Давай, доедай грушу и пойдем домой. Молодец. Пойдем домой. Ой, как у нас тут светло, даже непривычно чуть-чуть. Давай напоследок покрасим потолок. Ты хочешь посветлее или потемнее? Посветлее. Так, смотри, как тебе? Нет, ну вот так уже лучше. А если еще светлее? А если вот так, смотри. Или чуть-чуть фиолетового добавим. Может, вот так? Даже не знаю. Наверное, так давай оставим. Привет, мои дорогие друзья. И Масяська спит. Не сплю, не сплю, я уже не сплю. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы на канале Little Toys. И я очень сильно ждала сегодняшнего выпуска. Почему? Ну как почему? В прошлый раз наши подписчики обещали придумать для меня задание, а мне ох, как не терпится их выполнить. Ну тогда понятно, понятно. Давай посмотрим, что у тебя с настроением, чтобы определиться, какое задание выполнять. Так, ну в принципе пока неплохо. И пойдем-ка мы с тобой кое-куда сходим. Пойдем. Масясь. Это само собой получилось. Ладно, садись купайся. Как так получилось само собой? Не пойму. Ну что, готова выполнять задание? Ага, конечно, готова. Ну, пойдем тогда гулять. Итак, задание первое. Скатиться с горки 4 раза, потом покормить тебя печенькой и отправить в туалет. Итак. Потом покормить тебя печенькой. Ой, печеньку не купили. Пошли скорее в магазин за печенькой. Стоп, 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 стоп. Где наша печенька? Вот печенька. Покупаем. Давай сразу кушать. Так, Масясь, надо кушать. Это твое задание. О, молодец. А, ну, задание? Ну, значит, кушай, покушай. Умничка. Теперь побежали в туалет. А
Отлично. Первое задание выполнили. Второе задание будем выполнять? Конечно, будем. Мы будем много заданий выполнять. Так, второе задание. Оставить тебя на улице на 2 минуты. Чего себе. Справишься? Справишься. Что у тебя с настроением? Главное, только не усни. В общем, оставляю тебя тут. Сама пойду схожу на шахту. Заработаю немного денег. Хорошо? Ага. Смотри, будь умничкой. Масясь, ну как ты тут? Как-то не совсем хорошо. Ну да, я уже вижу. Что будем делать? 2 минуты мы вроде бы не просидели. Не знаю, как 2 минуты. Мне кажется, я просидела здесь целую вечность. Тебя реально долго не было. Не хочу такое задание. Масясь, ну давай еще чуть-чуть посидим, ну. То наши подписчики обидятся. Это плохое задание, не хочу. Похоже, у тебя настроение, Масясь, портится. Да, сейчас разревусь. Я сейчас точно разревусь. Ладно. Ладно, пойдем домой. Вот так вот, друзья. Не все задания мы можем выполнить, оказывается. Идем помоемся. Ну что, Мася, что ты тут совсем без настроения? Хочешь спать? Не знаю. Это я знаю, ты точно хочешь спать. Ложись. А я пока схожу, прикуплю что-нибудь в магазине и сделаю ремонт на кухне. А ты пока отдыхай. Следующее задание – купить что-нибудь в магазине. Что мы купим? Что же нам купить-то такого? Давайте, наверное, купим эти рамки. О, так ты что, не спишь? Нет. Ты что, уже выспалась? Ага. Ну, ничего себе, так быстро. Так, посмотрим, что у тебя с настроением. Давай выполним сейчас еще одно задание. Так, одна девочка написала, то, что я тебя плохо кормлю, поэтому сейчас нужно накормить тебя полностью. Давай, кушай. Не хочу. Ну, сейчас. Ну, ешь. Ну, хоть чуть-чуть. Откуси кусочек и все. Не хочу. Вот, ребята, вот попробуй ее накормить полностью, хотя Масяся вот голодная. Ладно, сиди тут, я в магазин. Чтобы выполнить это задание, мне надо купить что-то поинтереснее. То, что Масяся съест с удовольствием. Это молоко. Точно. Пойдемте скорее назад. Вот, умничка. Так и знала, что ты молочко скушаешь. О, так ты совсем не наелась, Масясь. Что, в магазин бежать? Масясь, ну имей ты совесть, а. Ой, уже темно. Надеюсь, магазин открыт. Открыт, фу. Так, садись. Буду тебя кормить вкуснятиной. Хочешь пиццу? А шоколадку? Ну как так, и шоколадку не будешь? Ты же обычно шоколад любишь. Масясь, ну не расстраивай меня, а. Да, ребят, невозможно Масяську накормить. Ладно, пошли играть. Может, потом ты проголодаешься. Так темно же на улице. Так что сделать, если тебе настроения вообще нет? Придется играть ночью. Иначе ты сейчас как раз ревешься. Вот умничка, смотри, уже веселишься. Так, все, останавливаемся. Все равно не веселая. Так, теперь пошли выполнять задание. Будем тебя полностью кормить. Не хочет Масяся пончик. А пиццу? И пиццу не хочешь. Масясь, ну ты же с голоду можешь, я не знаю, копыты откинуть. Давай, кушай. Не знаю, не выполняется это задание. Может, ты там кушать не хочешь? Давай здесь попробуем покушать. О, вот это ты капризная, а? Так, еще не все. Шоколад. Вот умничка, молодец. Так, мы полностью покушали и даже накормили ее шоколадом. Ну что, а теперь давай приступим к ремонту на кухне. Идем, будешь мне помогать. У тебя как раз веселое настроение, мы как раз сделаем ремонт. Давай поменяем обои. Как тебе такие? Нет. Такие? Ну. А такие? Нет. Такие, может? Нет. Наверное, вот эти самые нормальные. Ну да. Покупаем? Угу. Отлично, а теперь давай поменяем цвет потолка. Да нормальный потолок был. Что, оставим как было? Ну да. Ну давай тогда поменяем цвет пола. Ну да, вот цвет пола не мешало бы поменять. О, вот это, кстати, прикольный. И вот это ничего. Да, давай такой. Хорошо. Не, Масясь, придется потолок красить. Подписчики наши сказали покрасить стены, потолок и пол. О, вот этот, ну-ка, а светлее, если попробовать? Не-не-не, светлее. Ну, вот так. Ну, в принципе, неплохо. Отлично. Ну, тут, я думаю, передвигать мы ничего не будем. Ну да, я бы особо так кардинально ничего не меняла бы.
Хорошо, давай посмотрим, что у тебя с настроением. Понятно, ты хочешь веселиться. Пойдем играть. Ух ты, батут, 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 мой батут. Привет, друзья! От вас пришло столько комментариев, я так рада. И самая популярная просьба была, знаешь, Масясь, какая? Какая? Завести тебе подружку. Вау! Что, правда? Да. И поэтому я тут накопила немного монет. Думаю, мы теперь можем себе позволить приобрести тебе подружку. Давайте создадим подружку. Вот с такими яркими глазами. Волосы. Нет, волосы надо светлей. И... так, ну давайте как-то так, наверное, оставим. Если что, потом подкорректируем. И какое же имя у нас будет, надо придумать. Масясь, подсказывай, какое имя. Давай назовем ее Ляля. Отличная идея. Ляля. Ого! Какая она малышка! Давай положим ее на кровать. Она же еще маленькая. А можно я с ней посижу? Ну, конечно, посиди. Мне кажется, ей нужно купить вторую кровать. Точно. Где же ты будешь спать? Ну, я могу с ней рядышком. Не-не-не, Масяся, пойдем в магазин. А Ляля пусть пока полежит. Или нет, давай сделаем так. Садись здесь, присмотри за Лялей, а я быстренько за кроваткой, хорошо? Ага. Смотри за ней хорошо. Не волнуйся. Надеюсь, Масяся справится. Как же я про кровать-то не подумала. Может, купить такую маленькую? Или сразу же на вырост большую? Нет, давайте купим маленькую. О, Масясь, ты что, за ней плохо смотрела? Да нет, я хорошо смотрела, просто на секундочку глазку прикрыла так. И смотрю, он уже на полу, я подошла, и ты пришла. Ладно, Масясь, только смотри аккуратно, ты, наверное, спать хочешь, да? Ладно, девчонки, смотрите, что я вам купила. Вау, только надо определиться, где ее поставить. Так, Лялечка, переляжка, пожалуйста, на кровать. А мы пока поставим кроватку здесь. Не, переверни ее, чтобы я могла за ней наблюдать. Так, ага. А кресло мы поставим вот здесь, на кухне. Пока временно. Ну, вроде бы все. Ляля, смотри, как тебе твоя новая кроватка. Нравится? Вижу, что нравится. Как твое настроение? Все неплохо. А у тебя, Масясь? Ой, Масясечка, надо тебе скорее идти на улицу поиграться. А то ты сейчас разревешься и напугаешь мне Лялю. Садись на колесо. Как раз выполним задание от подписчиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Они просили тебя покатать 10 раз на колесе. Будем слазить? Не-а, мне нравится. Ой, надо срочно слазить. Кажется, я тебя немножко перекачала. Пойдем домой. Как там наша Ляля? Ты как выбралась-то из кроватки? Ну, вы даете, девчонки. Как мне за вами уследить, даже не знаю. Масяська, ты где? Я тебя что, на улице забыла? Точно. Пойдем домой. Ой-ой-ой-ой. Кажется, у нас авария. Посиди здесь, пойду посмотрю, как Ляля. А Лялечка наша уже выбралась из кроватки. Наши подписчики просили после того, как покатать тебя на колесе, дать покушать тебе пончик. Молодец. Ну что, девчонки, у нас закончились продукты. Я быстренько в магазин, хорошо? Так, наберем тут всего-всего. Ой, ты, Лялечка моя. Держи молоко. Вот молодец, вот умничка. Молодец. А ты, Масясь, если выпьешь еще молока, то выполнишь еще одно задание от подписчицы. Конечно, выпью с удовольствием. Ой, кажется, чуть-чуть переела. Больше не буду тебя перекармливать. Ну что, Ляль, пойдем тебе покажу, какие у нас есть развлечения. Нравится?
Масяське тоже нравилось. До сих пор нравится. Ой-ой-ой-ой-ой, пойдем скорее домой. А теперь примем ванну. Я тоже хочу. Ну ладно, садись. Теперь у меня две мои девчонки купаются в ванне. Пока вы купаетесь, я выполню еще одно задание. Купить зеркало Масяси в комнату. Какое купить такое? Или вот есть поменьше зеркало? Ладно, давайте купим вот это. Ну что, девочки, как вы тут? О, вы уже помылись. Молодцы. А чего вы так невеселые? Так, Масяся, ты хочешь у нас спать и играть? А ты, Ляля, хочешь кушать? Держи яблочко. Вот умничка. Молодец. Ладно, пойдемте, девочки, на улицу. Ой, Масясь, ты Лялю сбила. Где? Где моя Ляля? Прости, Лялечка. Нечаянно получилось. Идем на улицу. Искупаемся в бассейне. Масясь, где ты там? Так, давай, поднимай уже себе настроение. Давай, Масяська, еще выполним одно задание. Так, на колесе мы были. В бассейне посидели. Теперь давай 5 раз съедем с горки. 1, 2, 3, 4, 5. Бум! Молодец. Ну что, у вас поднялось настроение? Так, Масяська поднялась, а у Ляли? И у Ляли поднялось настроение. Молодцы. Ну что, пойдемте отдохнем немножко, и я вам покажу, какое я вам купила зеркало в комнату. Масяся, ты чего не идешь домой? Тебе не кажется, что ты с Лялей возишься намного больше, чем со мной? Глупости все. Ты поэтому грустишь? Ну да. Смотри, что я вам купила. Ой, устали девочки. Масясь, пока я тут устанавливала зеркало, смотри, что ты натворила. Ой, я не знаю, как это получилось. Какой ужас. А мне потом убирай все это дело. Иди-ка помойся. Масясь, ты тут уже взрослая. Пригляди за Лялей, а я пойду быстренько-быстренько на работу схожу. На самом деле, это было еще одно задание от наших подписчиков. Ребят, спасибо, вы прислали столько заданий, что я даже, если честно, не знаю, какое именно задание выполнять. Ляля, как всегда, выпала из кроватки, а Масяся помылась, молодец. Ты хочешь кушать? Держи. Так, молодец, сейчас пойду посмотрю, как там Ляля. Ляля хочет туалет, давайте скорее ее занесем. Ну что, девчонки, знаете, что придумали еще наши подписчики? Поменять Масясе прическу. Как тебе такая? Вау, стильная такая. А такая? Не. А такая? Не, мне та понравилась. Вот это? Да, класс. А цвет волос не хочешь поменять? Ты уже как бы взрослая немного. Цвет волос? Ну, давай, вот такой. Отлично. А бантик не хочешь? О, хочу очки. Да, такие. Хорошо. Давайте посмотрим, что у вас с настроением. Мася, садись-ка сюда. А у Ляли? У Ляли все тоже неплохо. Ну что, девчонки, пошлите на улицу. Ох, как мы заигрались, уже темно. Ну что, давайте напоследок выполним еще одно задание. Сначала мы идем в бассейн. Сейчас я вам куплю по кусочку пиццы. Масяська, кушай. Ты не хочешь? А ты, Ляля? Кушай, Масяся. Ох, так устали. Прям с ног валитесь. Привет, друзья! Как у вас настроение? Напишите в комментариях, как вас зовут. Я с нетерпением хочу с вами познакомиться. Отличная идея. Ладно, самая первая просьба, которая мне бросилась в глаза в ваших комментариях, это было то, что у Масяси не идут очки, не идет прическа, и в общем все надо менять. Давайте бегом отправимся это делать. Только давайте сделаем это очень быстро, потому что наша Лялечка вот-вот разревется. Ну нам теперь вернуть стоит дороже, чем приобрести. Нет, не надо мне убирать прическу, она мне нравится. Может лучше поменять цвет волос. Давай, может, оставим цвет волос, какой у тебя был, и снимем очки. Так, где-то такой у тебя был, по-моему, раньше цвет волос, да? Угу. И еще наши подписчики возмущены, почему у тебя до сих пор нет кьюти-марки. Да, действительно, почему у меня ее до сих пор нет? Сейчас все будет.
Все будет, не переживай, Масясь. О, давай выберем скрипичный ключ. Отлично. Теперь у нас нет совсем денег. Так, где наша Ляля? Ляля! Ты где? Ляля. Ой-ой-ой, у нее совсем нет настроения. Скорее спасать, иначе мы сейчас потеряем Лялю. Лялечка, Ой, все, Ляля ревет. Все. Все, Ляля ревет. Тихо-тихо, Ляля, тише. Давай веселиться. Ура. Эй, меня поднимите. Масяся теперь у нас музыкальная пони. Давайте-ка придумаем для нее песенку, и в следующем видео она нам ее споет. Жду ваших песенок в комментариях. Ох, кажется, мы Лялю немножко перекачали. Пойдемте теперь в дом. Бум! Ляля наша, кстати, немножко уже подросла. Ну что, девочки, примемся за выполнение заданий. Идем на улицу. Ох уж эти дети, ну. Так, девочки, у нас катастрофически мало денег, и мне даже нечем будет вас накормить. Так что, пожалуйста, поиграйте в песочнице, а я быстренько на шахту, окей? Окей. По-моему, отлично поработали. Пойдемте посмотрим, что с нашими девочками. Ой, почему мы такие кислые? Какой ужас вы здесь натворили. Так, срочно смотрим, кому первей нужна помощь. Так, Ляля. Масяся хочет спать. Так, садись сюда. Побежим спасать вас. Лялечка, ложись срочненько. Я же не хочу вас потерять. Так, ну что, тебе хоть помогла водичка? Не помогла, пошли в ванну. Так, тихо, Масясь, не плакать, только не плакать. Так, ты уже взрослая у нас. Подумаешь, чуть-чуть нет настроения, не беда. Сейчас мы все поправим. Все поправим. Так. Отлично. Теперь скорее ложись. Так, все, мои девочки ложатся спать. И давайте начнем выполнять задание. Добиться, чтобы у моих девочек все значения были по 10. И для этого нам придется отправиться в магазин, потому что у меня запасов 0. Так, давайте купим 2 яблока. Так, молоко они любят. Давайте купим 4 молока. 30 монет нам хватит вот на 3 кусочка арбуза. Отлично. У нас 1 монетка. Так, как там девочки? Ну что, вам уже лучше? Так, давай-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что у нас тут творится? Так, девочки, теперь мы должны постараться увеличить все значения до 10. Так, Ляля, что у нас с тобой? Так, сон у нас 10, отлично. Теперь давай покушаем. На тебе молока. Так, Масясь, идем сюда. Ох, непростая задача будет сейчас добиться всех очков по 10, потому что две капризные девчонки. Так. Так, умничка. Так, 6 очков. Арбузик. 9. И, наверное, молоко. По-моему, пока я ее кормила, уснула. Ну-ка, давай докушаем. Есть! Сон 10, еда 10. Теперь пойдем в туалет. Так, Масясь. Так, стоять, Ляля. Масясь, садись в ванну. Так, стоп. Садись. 9. Ну, еще чуть-чуть. Давай. Ой, ну, Лялечка, не подведи. Давай десяточку. Мне кажется, мы это задание не сможем выполнить, потому что пока увеличу что-то одной, у второй что-то меняется. Так. Ой, я Масясю перекормила. Ой-ой-ой. Я хочу играть.
О, как раз у нас было задание про батут. 10 раз на батуте. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. И еще у нас было задание покачать тебя на колесе 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Так, Лялечка, пойдем повышать твое настроение. И у тебя было тоже задание покачать себя 5 раз на колесе. Отлично. Теперь давай еще попрыгаем на батуте. Давай 10 раз попрыгаем. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ух ты, выросла. 7, 8, 9, 10. Вся обкаканная, веселая, зато большая, выросла. Выросла наша девочка. Пойдем срочно в ванну. Так, Ляля у нас стала больше Масяси? Как такое может быть? Что-то такое у нас произошло в игре непонятное. Масясь, ты видела? Ты, наверное, плохо кушала, и Ляля тебя обогнала. Да вы посмотрите, Ляля... По сравнению с Масяси, слон и моська. Ляля, теперь надо Масяси уложить в кроватку детскую, а Лялю в большую кроватку. С ума сойти. Оп. Так, давай скатимся 5 раз в горки. 1, 2. Ой-ой-ой. 3, 4, 5. Здорово. Теперь давай поплаваем в бассейне. И Лялечку... А, Ляля хочет на качелях покататься на колесе. Ладно, чуть-чуть покатались. Отличненько. Пошли тоже в бассейн. Не, ну я не могу на это смотреть. Ляля больше Масяси. Это с ума сойти. Так, было такое задание, кстати, про бассейн. Есть, еще одно задание выполнено. Поиграем с 2 девчонками. Ляля съезжает, Масяся подпрыгивает. Ляля съезжает, Масяся подпрыгивает. Ох, Масяся заскучала. Что-то у меня с вами обоими плохо получается играть. Теперь по заданию, девчонки, мы должны идти спать. Пойдемте скорее, пойдемте. Йоху, мы одни дома! Ох-ох. Доброе утро, Масяся. А где Ляля? В соседней комнате. О, точно, Лялечка. Садись на кресло, не сиди на полу. Ну что, девчонки, у нас очень мало денежек. Я хочу предложить, так как ты, Масяська, у нас самая старшая, ты сегодня остаешься за главную, а я пойду зарабатывать денежки. Согласна? Легко! Справлюсь, даже не волнуйся. Серьезно? Да, и за Лялей присмотрю, не переживай. Ну хорошо, тогда, девчонки, я пошла. Все, Лялечка, пока. Одни дома! Оху-ху! Ля-ля! Ты знаешь, что это веселуха начинается! Ты представляешь, мы с тобой одни дома! Мы можем делать все, что хочешь! Например, вот так вот, так валяться. Дурачиться! Тин-тин-тин, тири-тин-тин. Бум. Морская черепашка по имени Масяська. То, не нравится песня? Ну хорошо, сейчас придумаю новую, так. Так, новая песня, сейчас придумаю. Новая песня, сейчас придумаю новую песню. Так, тихо. Так, стоять, стоп. Нет. Сидеть тут или нет? Нет, лучше буду стоять. Вот так. Нет. Вот так вот буду я стоять. Ладно, сейчас новую придумаю. Пошли в комнату. Пойдем в комнату, я тебе новую песню спою. Пойдем. Эх. Ля-ля, ну больно же! И тебе тоже больно! И что теперь делать?
друзья вместе живут, песенки поют, да, поют. Ну что, теперь пойдем мыться? По-моему, мы подружки, веселые вонючки. Поползли мыться. Я Масяся лучше всех, ну и Ляля лучше всех, ну и мы лучше всех. Что-то без мамы как-то скучно, тебе не кажется? Угу. Я Масяся хоть куда, и сестренка у меня ля-ля-ля. Да, что-то тяжело быть взрослой. Ну, что ты опять скучаешь? То есть хочешь? На тебе яблоко. Не реви только, на! Ну вот, так-то лучше. Ну что мы с тобой будем делать еще? Пойдем поиграем? Ну ты идешь? А ничего, что от меня воняет. И тут вы какашки валяете везде. И ничего, мама придет, уберет. Идем на батут. Батут, батут, я люблю батут. Давай, ты прыгай, а я буду считать. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 28, 29. Ляля, тебе не надоело прыгать? 35. Нет, совсем не надоело. Мой любимый батут. Батут, батут. Мой любимый батут. Ля-ля-ля, Масяся, я хорошая семья. У меня есть сестренка Ляля. Вот такая песенка прекрасная моя, 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 именно моя ля-ля. Ляля, тебя уже стошнило, нельзя столько прыгать на батуте. Да, а я и не знала. Надо точно слазить. Может, тогда с горки покататься? Вот так может. Ой, Костя тут свою лужицу не влезла. По-моему, мы с тобой вдвоем очень сильно протухли. А скоро мама придет? Ну, не знаю. Наверное, скоро. Скорее бы мама пришла. Ох, как же мое сердце не на месте. Как же там мои девочки? Ладно, пойдемте скорее домой. Что это? Сколько их тут? Девочки явно тут хорошо веселились. Так, так, так. И скажите мне, пожалуйста, кто это все натворил? Это совсем не я. Лялечка, ты уже научилась говорить. О, как же я такое могла событие-то пропустить с этой работой? Масясь, ну как вы? Ну, если честно, не очень. Я думала, легко это все, но это совсем не легко. Я хотела играть, веселиться. Это совсем не получилось. Ладно, девочки, давайте скоренько поднимем ваше настроение. А то вы совсем заскучали. Так, Ляля, держи пончик. Умнички, покушали. Так, девочки, отдохните чуть-чуть, а я пойду приберусь во дворе. Давайте все быстренько уберем. Так, по-моему, все. Ох, Ляля, ты совсем испачкалась. Пойдем помоемся. А я играю на гармошке. Ляль, кто-то там так поет. У прохожих на виду. Ура, у меня хорошее настроение. Ну, наконец-то. Вот теперь точно бегом на улицу. Ляль, можно батут? Не-не, хватит с меня батутов. Чего так? Ну, ладно. Тогда садись на горку, а Масяся тогда на батут. Я Масяся, лучший друг, у меня подружка ля-ля-ля. Я люблю с ней поиграть, будем прыгать, бегать и скакать. Ой, какие вы веселые, класс. А здорово, потому что придумали наши подписчики. Милая пони, давай с тобой дружить. Так, Ляль, пошли с тобой в бассейне поплаваем, а ты, Масяська, пока попрыгай на батуте, хорошо? Ага. Если по-хорошему, хлопайте в ладоши вы. Певица моя маленькая. И вообще хочу я в бассейн уже. Ну хорошо, идем в бассейн. Мне кажется, кто-то проголодался. О, какая молодец. Кто молодец? Мася не молодец. Кто молодец? Мася не молодец. И Ляля молодец. Ой, какие у меня веселые девчонки, я так рада.
А еще наши подписчики просили спеть песенку «Маленькая страна». Да, ты знаешь такую песенку? Конечно, знаю. Вот слушайте. А можно буду петь и ходить? Ну, конечно, можно. Есть за горами, за лесами маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар-птица и людям дарит свет. Маленькая страна, маленькая страна, кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Ну вот как-то так. В следующем видео надо не забыть купить вам вторую кровать. Спи, Масяся, баю-бай, Ляли тоже баю-бай, завтра снова поиграем и прическу поменяем. Все, спят мои девочки. Ну что, ребят, если понравилось видео, ставьте лайк.